Этот день и этим юным жителям Пятигорска запомнится навсегда. Два события – первый день в школе и, возможно, первое посещение театра. Один раз в год в зале Пятигорского театра оперетты бывают особые зрители – первоклашки. Нынешний год не стал исключением. 1 сентября театр оперетты поздравил пятигорских первоклассников с Днем знаний, подарив им музыкальную сказку «Царевна лягушка». Такие представления стали традиционными совместными акциями Пятигорского театра оперетты и городского управления образования администрации города. А вы знаете, что наши любимые спектакли – это сказки? А вы знаете, что наши любимые зрители – это дети? А вы знаете, что когда мы играем наши волшебные сказки, мы сами превращаемся в маленьких детей? Сказочное действие на сцене с восторгом было принято в зале. Своими эмоциями юные зрители делились и после спектакля. Вполне вероятно, что этот эмоциональный настрой первоклашек Пятигорского лицея номер 20 станет хорошим началом их долгой школьной жизни.